связи с ТВ. Узнай новости первым. Новая школа на Бару – одна из самых крупных и современных в Нижегородской области. Два спортивных зала, бассейн, огромная шахматная доска. Помимо этого, все кабинеты оснащены всем необходимым современным оборудованием. Например, на уроках географии ландшафт можно слепить собственными руками. Учусь и играю. Это посередине. Можно что-нибудь построить из песка там. Воду сделать, озера, горы. Мы впереди. Мы немножко в будущем. Эта школа одна из нескольких, которые открылись в регионе в этом году. До конца года завершится строительство учебного заведения в селе Натальино Навашинского района на 150 мест и в Павлове на 900 мест. Я бы хотел все-таки, чтобы мы взяли в качестве приоритета тему капитального ремонта и развития системы сети образовательных учреждений, школ. Я вижу, что это важно для глав, для жителей, это реально важная тема. Не знаю, что такая программа, она готовилась. Я бы хотел, чтобы она у нас на столе лежала. Если мы действительно резервы какие-то изыщем, а я думаю, мы их изыщем, чтобы мы эту тему в качестве приоритета имели. Сейчас в области идет строительство 8 школ на более чем 4000 мест. В Кстове новую школу в 3-м микрорайоне планировали заложить в следующем году. Вопрос этот непростой, говорит депутат Госдумы Владимир Панов. У меня была встреча на прошлой неделе с первым заместителем министра образования Российской Федерации, где мы как раз обсуждали возможность выделения дополнительного финансирования на строительство новых школ Нижегородской области. И как раз в приоритете будет именно Кстовская школа с точки зрения начала реализации этого проекта. Поэтому сейчас идет рабочий процесс, который, я надеюсь, что будет положительный. Я держу это на контроле. В проекте областного бюджета доходы и расходы в следующем году вырастут примерно на 5%. Бюджет сверстан с профицитом почти в 1 миллиард рублей. Я дал отдельные поручения по тем направлениям, которые, на мой взгляд, пока должного отражения не нашли. Но для того, чтобы их поддержать, необходимо изыскивать резервы. У меня есть собственные мысли, где можно изыскать источники для дополнительных программ, например, в области образования. Ликвидацию второй смены в среднем звене образования глава Нижегородской области Глеб Никитин назвал одним из основных бюджетных приоритетов на следующие 3 года. Уже 25 октября проект бюджета региона должен быть внесен в законодательное собрание области для его принятия. Екатерина Политова, Связист ТВ, при поддержке телекомпании ННТВ.